Но коренные выросли, а малыши не выросли. Нет, это не техасская резьба бензопилой, это анаконда. Когда в палец провода не грызть. Кусает после техасской резни. Посмотри, какие там зубы. Анаконда. Можно еще челюсти устроить. Я только один вырвала зуб. Ты вырвала выдрить зуб? Блин, у него не вываливаются молочные. Я так понимаю, что это из-за того, что он антибиотик принимал, как бы, ну, это часто. Или потому, что он что-то не грызет? Он все грызет. Все грызет. Да, он тут голову сама точила. А, это я видела, да. Да, и все остальное нет. Там, кстати, были головы этой семги. Надо качество смотреть. Выглядит красиво. Прям глазки светятся. Ну да, она такая свеженькая. Это мама. Ну завтра зайдем, посмотришь, там, наверное. Тупо. И там было всего две головы, то есть логично, тупо, что, наверное, это ее разделали, как бы. Вот. Ну, вот я говорю, слышишь, от разной рыбы по-разному, конечно, пахнет. Потому что такие караси, они воняют. Ну да. А вот, допустим, сом мне очень понравилось. Mm-hmm. Вот как бы он пахнет сейчас немножко самом, но все равно вот запах и какашки. Какашки. Какашки пахнут самом. Как пахнут, слушай, вот знаешь, как бы сильно, когда, так, допустим, какой-то речной рыбы. Ну, я говорю, в машине такой вообще молодец. Вот он разошелся. Это аккуратно. Я ему так обычно не даю с собой играть. Ну, это же игрушка, а не... Ну, да, ну, он не чувствует, что... Ой, он акулу поймал. А это веревочка елкина. Смотри, какая классная. Это то, что нам... Елкина, говорит, не знаю, где это еще елкина. Это под дверь нам положили, которую в коробочке принесли. С крокодилом была? Да-да-да. Я, кстати, нашла крокодила, если его потеряла. Ага. Ну, может, я уже вас потеряла. Вот тут вспомнила, куда я его делала. Как вспомнила, точнее. Да-да, уже все... Дизель заливала? Нет, я канистру доставала с дизелем. А там, короче, пакет, он же, ну, обкакался тогда с этим... крокодилом, вот, и я его все свернула, чтобы оно не пахло, и упаковала. Упаковала туда, где, короче, стоит канистра с дизелем. Ну, похоже, я знаю, что вы увезете. Ты что? Мне подписчики не простят. Да за выдрингтон что угодно простят. Я когда пытаюсь сказать слово выдрингтон, я чувствую, что я просто человек пьяный, алкоголик, который не может... Тест. Тест, да. Мурлочек. Мурлочек. А, что я сделала? А, нет, не выключила нормально. Угу, мурлочек вникает. Мурлок наблюдает. Выдрингтон, смотри, может, ты хоть здесь себе зубы вырвешь? Потому что это безобразие какое-то. Я говорю, техасская резня бензопилой. Выдры. Но делают кусь, и все. Это же новый сюжет для фильма ужасов. Выдра, которая всех есть. Мне как раз скинули видео, где выдра доводит аллигаторов. Мне так нравится вот бесшабашность. Вот шел-шел с дивана, как бы, и пофиг видите вообще, что там. Он, кажется, мне подметает пол от ёлкиных перьев. Мне кажется, он хочет сныкать свою новую игрушку. А куда? Да нет, он играет. Он вообще любит припрятать что-нибудь куда-нибудь. Я же тебе говорю, огурцы — это вообще беда какая-то. Да, я видела. Он один сныкает, выходит он уже оттуда без огурца и бежит брать следующий. То есть он конфеты их перетаскивает. Запасы на зиму. Запасы на зиму. И вот он это тоже сейчас. Для бобров меняться потом на рыбу. Выдри, иди сюда. А он сейчас, подожди, запасы сныкает ее. А он еще найдешь. Он сейчас ее снычит и придет. Радостный добывать что-нибудь еще. Мурлок. Ты только не ходи с ним это. Выдри. Мне кажется, Мурлок все понял. Вообще с прошлого раза он запомнил эту хрень. Там такие сычи. А сычи, кстати, они не жужжат на него и так это следят. Слишком страшно. Куда он унес? Не знаю. Там чайник вскипел. Мелкий! Выдер, иди сюда! Там, если что, в туалете коробка с куропаткой. Ты не пугайся. Тебе нужна куропатка? Живая? Да. Прикольно. А, не надо меня снимать, я видишь это. Ты только что из Питера. Два часа ночи. Да. Выдри! Иди сюда! Ладно. Я пойду посмотрю, где он. Ты вовсе не прячешь. Ты принес к себе в комнату это, да? Он там делает. Ну, он принес в комнату и играет. А, он просто смотрит, чтобы мы наблюдали за ним. Угу. Меня жахнет просто по пальцу. Не будем резко отбирать. Смотри, как ему нравится, прям вообще. Ну да, все. Рыбу-то вы тогда не забрали? Эту скумбрию? Нет, скумбрию не забрали, забрали, да, я вспомнила тоже про нее уже. Но он так в нее и не играл, как в эту веревочку. Веревочку убить. Все, убить. Убить, сожрать веревочку. Нет, не убить, скажи, дружить.
очень дружественный выдр. С таким умильным лицом это несет. Мне так нравится. Что ты мне принес? Мне дашь? А ты видела эту умилительную гифку, где у выдрочки этой бескоготной игрушка-робот пытается отжать игрушку и выдрочки? А, сейчас она я тебя кусает найду. Нет! Это настолько трогательно и умильно. Просто это, я как-то бескоготные, мне вообще смущают их лапы бескоготные. Почему миленькие лапы? Ну или без когтей, это странно. А зачем, скажи, когти, когда есть такие зубья? Ну, не знаю, когти, ногти, вообще, какого фига они вдруг у всех есть, даже у нас есть. Хотя, в общем-то, ни зачем не нужны. А у нее как-то нет. Ни зачем не нужны. Зачем нам ногти? Ну, подцеплять всякую штуку. Чесаться. Так, да? Ну, а она что, как вот? Почему она без ногтей? Ну, может, ей не надо чесаться. Так, ладно, сейчас я найду это видео. Точно реклама? Все. Слушай, купи ребенку блокнот, а? Что это такое вообще? Один ребенок с блокнотами весь увешанный. Там в туалете втулка лежит. Я специально для вас оставила. Привозят в Москву поиграть с блокнотиком. Ну что это вообще такое, ну? Бережонки такие лежат. Это была плохая идея. Он справится, он без ручки. Мне вообще такого немного. Но ручки коротенькие. Ну, чтобы такой изворотливости дверь фигища. Он же жидкий. Мурлок, ты чё? Ты решила попробовать еще раз? Бесполезно. Не, он хочет смотреть, чем шуршит выдрь. Светит монитор сильно. Так. Эй, ты уже наигрался? Куда ты понёс? Ой-ой-ой. Ой. Тряпочка. Мне кажется, он... Он хочет есть? Голодный, да. Разорвется, еще кусать. Вот, все, я куда? Куда я могу? Да, фильм не понравился, он будет тебя кусать. Ай! Нет, не надо меня кусать. Эй, иди сюда, малыш. Иди ко мне скорее. Он тебя потерял. Иди. Нет, не надо меня кусать. Сидит такая Ксюша в плюшевых игрушках и гладит еще одну. Это просто вот очень красиво. Не надо меня кусать. Впереди у тебя такой кусь пробный. Точно ли это я? Точно я. Да. Ну, пойдем рыбу ему дадим. Пойдем, да. Ты сама ужин не ест, а другим не дают. Ужин, да? Скажи, а в тюрьме сейчас ужин, макароны. Да? Что ты? Ой, все. Ой, нельзя. Вот это можно, да, пожалуйста. Есть целая куча игрушек, которые можно... Нет. Можно рвать и сжать. Ну, лёг. Ну, кто-то, да, лёг. Ты такой милый, но такой говнушный. Такой говнушный зверь, да. Ты такой говнушный зверь.
Он хотя бы стал различать, ты знаешь, это, ну, руки от одежды. В смысле, от предметов. Но вот с одеждой у нас проблемы, потому что через нее он может кусить очень знатно. Именно потому, что он, вот, ну, руки он так не зажимает. А вот, вот допустим, в одежду он может цепиться очень жестко. Ай. Ай-яй-яй. То есть, как бы, ну, еще он покусает, но он, ну, не прикусывает. А вот тут цепляется вот прям сразу все, как питбуль. Но иногда больше там засчитывается, как я на вот, ноге, собственно говоря, это вот эта вот тема. Меня прокусила через штанину. Вот. Потому что скажи, я же, скажи, хотела схватить штанину, вчепился в нее, а там нога была. Я же, говорит, не знал, что там нога была. Вот так вот, да, мы делаем. Мурок, я тебя люблю я больше, чем выдру. Как ты больше? Подожди. Как это? Подождите. Как это кого-то больше любит? Нет, стоп. Ничего, серьезно? Да. Нет. Сейчас, говорит, пойду разберусь. Так, пошли кормить выдру, пока она нас не съела. Это очень опасное животное. Так ты сидишь тут на жопе вообще там где-то в телефоне. Так и ты же хозяйка. То есть ты не знаешь, где холодильник? Устала. Я. Откуда пахнет тухленькой мышкой? Куда они идут? Какая фоточка у меня хорошенькая получилась. Не, не видела, но она клёвая. Я к вам выезжала, да, это вот сзади наш питерский закат еще. У вас там это... Ночи белые, да, у вас темно. А у нас вообще видишь, это темно. Неожиданно так. Ой. На Мурлок рыбку не ест. Да я уже чую, я просто его чувствую прям попой. Где у тебя выдра? Пойдем. Мурлок любит рисковать. Выдрь. Ты пришел опять ко мне в туалет. Вот ты жопа. Ксюш. Ну, у него туалет в моей комнате. Фу, ну не надо носом это. А, нет. Около кровати. А, чем? Принеси какую-нибудь тряпочку, пожалуйста. А то я тут... А? И накакала, написал...